Пугает ли вас белый цвет в интерьере? Для многих он может показаться марким и непрактичным, но весь секрет не в этом. Вы моете не цвет, вы моете поверхность. А белый цвет очень эффектен для интерьерных решений. В чем же основные особенности этого цвета? Давайте приведем простой и очень понятный пример. Окрасив стену в белый цвет, мы дополнительно усилим внимание и акцент на наших аксессуарах и предметах мебели. Дело в том, что белый цвет растворяется в интерьере, и мы его не видим. И в этом случае все внимание переходит именно на аксессуары. При этом текстура начинает играть такое же важное значение. Когда на белый цвет падает свет, начинают играть тени и полутени, текстура становится более выразительной. На самом деле абсолютно белоснежных интерьеров не бывает. Это сделать очень сложно, весь этот цвет будет просто давить на человека, который будет находиться внутри. Гораздо проще использовать цветовые сочетания. Например, сочетание белого и черного. В данном случае белый будет смотреться более белоснежно. Черный же придаст интерьеру легких акцентов, которые сделают его более выразительным. Если вас смущает наличие черного цвета в интерьере, вы легко можете заменить его на красный, синий, фиолетовый. С белым цветом сочетаются хорошо любые оттенки. Когда мы говорим «белый цвет в интерьере», мы не всегда подразумеваем цвет поверхности. Источники света тоже создают белый цвет в интерьере. Их правильное использование тоже может делать интерьер именно белым. При этом белый интерьер перестает быть белым. Он становится монохромным. Для того, чтобы усилить эффект монохромности, мы можем подкрасить цвет стен в слегка серый цвет. Это усилит акцент на именно белой мебели. В белом цвете большое внимание нужно уделить именно поверхности, потому что именно они придают белому интерьеру какую-то легкую пикантность. Работая с текстурой, фактурой и светом в белом интерьере, можно получить очень эффектный результат. Но, пожалуйста, не забывайте добавлять яркие пятна белого интерьера. И напоследок, маленький секрет. Обилие света в интерьере подсознательно делает его белым.